На днях увидела совет, как женщина удаляет отцвёлшие кусты юки. Я никогда не удаляла летом. Вот в следующем году они будут желтеть, я их удаляла. На это насмотрелась, хочу повторить. Вот он. Цветок уже отцвёл, я его отрезала. Надо вот так. Немного туда-сюда пошатала, и старый куст выбрасываем. Все. На этом месте остаются нынешние молодые кустики, и они в следующем году будут цвести. Вот женщина была и права. Вот он, молодой кустик, который рос под старым кустом. Вот он такой. А теперь... Пусть растет, развивается. Спасибо за совет.